Я вот прям невооруженным глазом это увидела. Я в шоке. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. Сегодня у нас с вами будет любимая ваша рубрика, потому что сегодня очередной раз мы будем распаковывать какую-то укулеле, которую я даже не знаю, что за укулеле. В общем, сейчас садись поудобнее и погнали смотреть. Анбоксинг от Дарьи. Я действительно не знаю, что за укулеле лежит в этой коробке, потому что на днях мне написали ребята из слайд и такие: у нас выходит вот скоро тут коллапс с укулелистом русскоязычным, хочешь, мы тебе пришлем укулеле? Они такие: ну мы не скажем, что это за человек. Типа, на, как откроешь, посмотришь. Я такая: чё? И поэтому сейчас эксклюзив. Мы откроем эту укулеле и знаем первый, что же за коллаб предстоит у ребят из слайд. Пока эта коробка мне может говорить, что это, скорее всего, будет сопрано, потому что коробочка небольшая, написано «Сопрано Тревелуке», ну, мало ли, извините, на заборе тоже много что написано. И поэтому сейчас мы ее распакуем и посмотрим, что это за коллаб. Немножечко СМР. Ну, конечно же, наш любимый. Ножичек. Ой, на самом деле, так режется хорошо. Вот такая вот коробочка. Вы первый смотрите. Неплохой такой чехольчик розового цвета. У меня до этого был синий. Ой, девочки, вы упали, извините. Да, если что, тут я попросила ремешок заодно мне прислать, как бы, ну, мало ли. Ну, тут очередные наклеечки. А самоучитель где? Ребята? Давайте вы первый увидите это. Еще. Ох, ё! Ребята, это шок, потому что они сделали коллаборацию с Аленой Швец. Я реально не знала. Вы посмотрите его, посмотрите. Это... Что-то написано. Модель туз Алена Швец. Я не знаю почему, я так рада, что это реально Швец. Чтобы вы понимали, они даже сделали маркеры в виде таких цветочков, потому что это цветочная наша подружка, ребята. Кстати, чехол вот розового цвета. Обалдеть. А тут даже можно сделать ремень. Если вы сейчас смотрите этот обзор, обязательно упоминайте или кидайте в директ этот обзор Алены Швец, чтобы она увидела, что у нас целый комьюнити, что мы разбираем ее песни, как бы. Ну, она пока никак не звучит. Я вам обязана буду сыграть именно творчество Алены Швец на этой укулеле. Поэтому сейчас я ее настрою, и мы с вами сыграем что-то из Алены Швец. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам и линиям. Мальчик из Питера, только жди меня, я сбегу от родителей по проспектам и линиям. Я машина для убийств, поздно не ходи, подумай, а поберегись. Киса ходит тихо, так что лучше оглянись. Мастерски умею причинять подонкам боль, ай-ой, не, но я машина для убийств. Пусть зайдут все трое, ну а выйдешь ты один. Вору твое сердце и залью в него бензин. Может, хоть тогда мальчишки смогут полюбить, как быть, если хочется убить. И я бросила школу, сожгла тетрадки и портфели, закурила сигарету, залила ее портвейном пьяная. Полечу через забор, теперь достаточно крутая, чтобы быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой. Теперь достаточно крутая, чтобы быть с тобой. Хей, скейтер, мальчик, летний ветер, порванная кепка, куртка анорак. Хей, скейтер, мальчик, летний вечер, укради меня навечно в свой заброшенный скейт-парк. Вино и сигареты — это все, что нам осталось. Душить друг друга в ванной и снимать свою усталость. Сон в твоих объятиях, а твой космос — гематома. Печатай в меня стену, чтобы я осталась дома. Я осталась дома. Я осталась дома. Я осталась. Анбоксинг от Дарьи. На самом деле у меня даже нет никакой информации, что за укулеле по своему составу. Я так понимаю, что это вид сопрано, скорее всего, с грифом. Так, сейчас давайте посчитаем. 10-12, 12 ладов. Да, это скорее всего сопрано, потому что сейчас еще нет никакой информации. Я вам как бы делюсь эксклюзивом, да, эксклюзивом с вами делюсь, что будет такая укулеле. О-о-о. Мне очень прикалывает, что они собрали в принте пионы. Это пионы, да? Ну, как бы цветочки и радуга, потому что есть мерч, по-моему, с радугой. Все, радуга.
Никакой пропаганды, просто радуга. А нет, кстати, тут тоже есть этот сборничек в комплекте. Вы... Сейчас, короче, объясню. Во-первых, это сборничек специально сделан для этой укулеле от Алены Швец. Вы посмотрите на этот прелесть. Небольшого размера, намного меньше, чем стандартный самоучитель, который кладут во все укулеле. То есть вы можете сравнить, да? Вот это от Алены Швец, а это вот стандартный, который кладут. А давайте его быстренько посмотрим. Во-первых, что я могу заметить? Тут все наконец-таки написано на русском языке. Потому что все вот такие стандартные самоучители, они на англичанском. Я не понимаю английский, у меня постоянно ступор, я пытаюсь там изучить, что обычно пишут, но для меня это слишком сложно. Да тут все на русском. Смотрим дальше. Ну, во-первых, тут есть схема аккордов. Также написано, что из чего состоит строение укулеле, как ее настраивать, в принципе. Также здесь нарисованы всякие рисунки боя. Если кто не знает, помимо шестерки еще бывают бои, прикиньте, да? Но самый прикол в том, я вот прям невооруженным глазом это увидела. На последней страничке нарисована вся команда Flight, все артисты, которые есть у Flight. И знаете, кто тут красуется? Что за красотка? Я. Они переделали, они добавили новых артистов, они русскоязычные, между прочим, как бы. В большинстве случаев, да, тут русскоязычные и Дарьечка. Красоточка. Я в шоке. Вы прикиньте, я вместе с Аленой Швец на таком вот сборнике. Ой, это красота. Между прочим, мне намного больше нравится вот такой вот небольшой вариант, потому что ты положил чехол и пошел, потому что тут как бы и аккорды есть, если вы их до сих пор не выучили, и бой, какая-то песенка. Вот такой вот неожиданный обзор анбоксинга получился, поэтому напишите в комментариях, рады вы за Алену или нет. Я реально искренне, вот действительно, от души, от сердца так рада за нее, поэтому, Алена, тебе чмок в пупок, привет от Даречки Кирпич, который разбирает все твои песни. Я еще теперь больше цветочная подружка. Кто еще может быть цветочной подружке тебе, чем я? Ну а также, если вы хотите сделать кавер на Алену Швец по моему разбору, то я welcome, конечно же, естественно, в инстаграмчике отмечайте в своих каверах мой профиль Даша Кирпич, чтобы я вас увидела, заметила и дала обратную связь. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся! Блин, прикол, с первого раза писала. То есть вы хотите сказать, я сейчас пела, но не включила микрофон?